Hey, yo, guys, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 3. В прошлой серии мы зачистили с вами аванпост, вернули чуваку, и он сказал нам, что нужно еще кого-то поискать. Или типа того. Так, ладно. После последнего у нас путешествия нам нужно закупиться патронами. В основном для снайперки. Мы планировали с вами поехать на вышку. Если я не ошибаюсь. Так, все работает, все хорошо. За вышку. Все, поехали. Я потом уже отправиться к сюжетной миссии. Может быть. Не, я обещал, да, вам сюжетную же миссию. Поэтому после этого мы пойдем на сюжетку. То, что мне нужно этих здоровяков тоже убивать уже. Ну, в спину. Потому что так это не делал, это не делается. Хотя бы здесь дорога ровная, знаете. Даже приятно на такой ездить. Пускай они там стреляются, нам то на них чисто наплевать. Даже не чисто, а крупно наплевать. Нам главное здесь с вами не упасть. Так. Окей, давайте, короче, если я буду сейчас на базе, я остановлю запись, залезу туда же, а ладно. Ехать не пришлось, тогда окей. Ну, блядь, как ты умудрился? Зачем он вообще через этот паркурность? Вот куда? Куда ты? Зачем ты туда? Нужно было наверх. Или подождите, я же тогда наверх залез, да? Тупой персонаж. Подкат он, блядь, творит. Тихо. Все сложнее и сложнее. Да, подкаты, подкаты, делай, делай. Так, там ящик был или что? Нет. Все, ну хотя бы наверх просто нужно залезть. 2000 метров. Ну, если что, я телепортнусь. У нас, в принципе, там есть домик, куда я могу вернуться. Так, а какие мне будут еще оружие давать? Потому что я уже, в принципе, почти все эти открыл. Аванпосты. Ну, сколько их уже? 8 штук где-то. Это 8-я. Так, бункер, значит, там есть письмо потерянное. Ну, это, короче, просто искать, ездить. Готово. Так, ладно. Что у нас по карте? Что у нас по карте? Артефакт, 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 медведь, носорог. Так, это уже что-то новенькое. Окей, в следующей серии я, короче, сюда тпхнусь в храму и пойду аванпосты захватывать и вышки. Это в следующей. В этой мы с вами отправляемся сюда, захватываем аванпост. И отправляемся на миссию, и скорее, может быть, еще нам хватит на один аванпост захватить, который был с левой стороны от миссии. Это сколько? Ну, в районе где-то 70 градусов, блядь. Ну, это если смотреть по 380. Так, ладно, поехали. МП-5. Халявная. Так, а я ж на катере не смогу, да, никуда приехать? Или смогу по водоему? Нет. Мне нужно сейчас... А, тут все, в принципе, даже бежать не очень так далеко. Главное, чтобы патроны были. А дикие животные там будут у нас такие раритетные даже, сказать можно. Мы даже ни одного еще такого не атаковали, животного. Чтобы был экстра животное. Высокого класса.
Так, все, мы прибежали. Сейчас я заберусь сюда на гору и буду защищать отсюда. Поехали. Сразу снайпера. Так, две сигнализации снайпера. И пятеро снизу. Трое суицидников, пятеро суицидников. Окей, поехали. Блин, нет, давайте я сохранюсь на всякий случай. Сохраниться. И поехали. Блять, нахуй ты уходишь, чел? Ай, ладно, дышись. Попал. Типа не заметили того, что ли? Блять. Главное, нельзя, чтобы они ко мне прибежали. Так. А где еще? А, третий здесь. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо, в спину зайти нужно. Блядь! А! Они просто друг друга спалили, да и все. Ибо. А где третий, подожди? Они что, серьезно? Просто сами друг друга спалили? Ну вы глупцы, ребята. Так, ладно. Так, раз. Берись. О, раз. Два. Боеприпасы. А, у меня снайперка автоматом, да, пополнилась? Так. Аптечка. Карта памяти. Что у меня теперь? Кетамин. Или кетамий. Скорее всего, кетамин. Ладно, сведения о похищении у фармацевтического компании, обосновавшейся на черном рынке Нью-Дели. Принесли определенные плоды. Описание процесса произвело клубного наркотика кинамика, кетамина, его разновидности, а также ряда лекарств. Обнаружены некоторые странные побочные эффекты, например, анальные кровотечения, но это не должно заставить нас отказаться от выпуска продукта. Основным рынком сбыта Китай и Австралия. Так, лады. Здесь у нас пока что все удачно идет. Сразу идем на миссию. Хотя нет, 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 нет. Забираем реликвию. Потом уже идем на миссию. Сначала реликвия. Реликвия — это 250 опыта. Плюс я могу уже прокачать себе там кое-что. Так, дробаш возьму на всякий случай. Ого-го. А как мне это провернуть? Все, вопрос исчерпан. Теперь главный вопрос. Как мне не сдохнуть? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Все, и этот вопрос тоже уже исчерпан. Вы серьезно?
Ай, блядь, не то. Так, 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 так. Пипец, она дамажит. Но я сразу, конечно, понял, что сеть... Нужна взрывчатка будет. Здесь у нас нихера нету. Ладно, идемте на выход. Бля, я представляю, сколько у меня будет серий с этими поисков реликвий. Ну там я, знаете, ребята, уже буду как бы ставить на паузу, чтобы дойти для реликвий. Поэтому давайте, наверное, так же и поступим. Я изначально буду проходить миссии сюжетные. Побочки всякие вот эти. Ну, типа, тоже с охотой связанные, убийство голова. Ну, типа, охота за головами. Здесь мы уже с вами будем, короче, проматывать до самого именно места. Так, вы же ко мне не едете, я надеюсь. Так, стопэ. Мне нужно создание предметов. Медицинский шприц изготовить. Все. Два шприца есть. Пускай они и будут. За 30 секунд, я надеюсь, добежим. Так, возьми калаш. Он с калашом быстрее бегает. О, 30 FPS. Я в Берестауне. На холме есть хижина. Оттуда виден центр деревни. Не выдай себя. Хорошо. А! Тут хой. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Видишь парня в красном? Посреди минного поля? Понятно! Веселитесь, ребята! Это твой. Его надо вытащить. Ты спятил? У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую, если видишь снимок. Вот черт, тут. Ладно. Надо спасти парня. Это будет просто. Ладно, блядь. Джейсон, за дело. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, не пали меня. Так, а чё он на меня смотрит? Ладно, меняем местоположение. Куда он пропал? Так. Зачистил. Блин, столько патронов потратил. 4 патрона всего лишь на двоих. Да, это жесткая трата патронов. Ладно, пойдешь. Тихо. И кто же может... Я что-то тупанул. Охотился на птичку. Но зато мне дали новый этот. Падальщики. Они же стергатники, да? Черт. Ладно, Джейсон, за дело. Блять, ладно. Супер снайпер, ребят, в деле. Один патрон, минус два. Дайте мне патроны, пожалуйста. А если... Я понял, все.
Так, мне бы стервятника. Все. Стервятник. А когда на Рук Айленде кто-нибудь умирает, на его останки сразу же слетаются стервятники. Они же падальщики. Напоминают адвокатов и страховых агентов. Ладно. Я... Бля, придется по мину, ладно, идти. Как я мог его здесь увидеть? Ладно. Окей. Чел, ты в порядке? Давай развяжу. Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал, ты поможешь найти моего друга. Скажи мне, где Оливер. Нет, мне нужно в деревню. Когда отойдем, скажу. Что за черт? Так, за мной. Да-да, давайте попрям... Надо пройти через поле. Ты даун? Помогите мне подобрать его! Стэнли, больно! Надо добраться до деревьев. За мной. Я вроде видел, куда эти ставили мины. Он тупой? Нахер он это делает? Нахер ты это делаешь? Зачем ты рванул вперед? Пизда. Оливер, живи. Блять, взрывчатка, ебаный в рот. Ну хотя тут нет ограничений по времени, очень радует. Оттуда бежит. Блять, да ты гонишь, тварь. Заебали. Оливер, пожалуйста, нет. Пошли на холм. Тупое. Давай, иди за мной. Да, давай, мы уже почти на вершине холма. Блять. Я только разогреваю. Блять, где? Сука! Да. Оливер, ты дурак? Надо добраться до деревьев. Зачем ты рашишь? Пожалуйста, скажи мне. Не отставай, за мной. Я вроде видел, куда они ставили мины. Блять, я их не вижу. Понимаете, если он сейчас сдохнет? Не, ну у него регенка есть, в принципе. Нужно тогда будет на себя в основном огонь брать. Хае летит. Ну ладно, хотя бы на калаш патронов много. Калаши подбираем патроны. Мы уже почти на вершине холма. Так, беги.
ногу! Давай, идем, идем, идем. Прикрой как могу. Все. Тихо, нужно хильнуться. Сволочи, меня ограбили. Где оно? Так, вот это мне не нравится музыка. Эй, охраняй, пока я ищу. Ты ёбнутый? Живей! Я не могу найти документы! Отвлеки их! Ищу, ищу! Они сейчас бросят на пол! Пожалуйста, давай шустрей. Давай, давай, я защищаю. У меня патронов уже не хватает. Да не двигайся ты. Эй, иди сюда. Что, все? Нашел. Нашел транспортную накладную. Ебать. У него. Ну наконец-то. Понимаете? Я их сниму для вылеза. Три попадания по этому агенту, и я. И он все труп. Даже может два, если один в голову прилетит. Окей. Уиллис, есть фотка. У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути. Ай, человек по имени ходит. Все, готово. Миссия выполнена. Давайте, короче, лутать здесь все. Карта, что по карте? Время у нас еще 7 минут. Аванпост, мы идем за тобой. Мы захватим этот аванпост, наверное, сегодня, если по времени. Хот Волкер. Хот Волкер, я убил им. У ему времени составляй досье о Хойте. Вот что я узнал. Он самый крупный торговец с рабами, наркотой и орудием. И Тихоокеанской регионе. И у него целая армия кровожадных наемников. Он утверждает, что родился в семье шахтера. Но это не подтверждено. На самом деле, никто не знает, откуда он взялся. Возможно, он научился в большой нефтяной компании или приехал из Колумбии. Работал он в Колумбии. Снайпер. Так. Ага. Коктейль из природных ингредиентов придает исключительную точность ваших выстрелов при стрельбе навскидку. Но это типа без прицела. А у меня, извините, я так без прицела играю. Так, это ебучее минное поле. Так, забыл забрать шмотку. Перезаряжусь на всякий случай. Навскидку, блин. Чё ты не перезаряжайся? Так, все окей. Здесь все. Нужно арбалет начать юстать. Ну, лук, ладно. А, блядь, а я по времени даже не знаю. Да не успеваю. Если еще ко мне бы навстречу машина бы поехала.
было бы вообще замечательно. А давайте я так и сделаю. Я остановлю, поставлю на паузу и пробегу туда. Так, все, короче, я пробегаю уже до места назначения. Даже уже прибежал. По пути убил 4 чувачков. 2 на бережку, 2 на островке. Так, у нас, я вижу... Бля, у нас там сигналка. Одна штука. Вот черт. Вот зараза. Я ж хотел без всяких приключений. Идем с юга. Зараза. И теперь где они? Все, вижу. Беги-беги-беги! Прыжок! Ладно. Тихо, тварь. Сигналку мне подняли. Долго еще? Четверо. Плюс собака. Четверо плюс собака. Соберись, это простое наблюдение. Тихо, главное на собаку не нарваться. Прячься, сука! Я отыщу! Прячешься за неплохо, должен признать. Блять. Да, я хочу в прятки поиграть. Тупые собаки. Все. Рыжуха мой, кошак. Ебать. Они все успели сделать. Все. Даже поднять тревогу. Да, это пипец. Так, окей, давайте я быстро закупаюсь. Останавливаю запись и бегу до моего места предназначения. Хотя... Что у меня там по данным? Запретный препарат. Запретный препарат 3. Исследование естественных галлюциногенных соединений встречается в Рук-Айленде.
могут приветствовать нас в следующем всемирному супернаркотику. Эффект вызывает местные флоры, является исключительно настолько исключительными, что наши собственные люди используют их реакционно. Единственная проблема препарата является отсутствие привыкания. В настоящее время мы добавляем в состав никотин. Дальнейшее испытание должно дать более позитивный результат. А, у нас, короче, времени нет. Давайте, короче, на этом закончим. В следующей серии мы с вами отправимся к вышке. Я даже сразу поставлю маркер, что к вышке. Захватим аванпост. Один, второй, третью откроем. И пойдем сразу на миссию. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых приключений Джейсона. Всем пока.